Поиграем немного в бильярдик. Ожесточенная партия тут, реально. Смотрите, три шара осталось забить и ему, и мне. Давайте, просто давно не играли. Короче, вот так попробую. Блин, нет, не получилось. Смотрим, что он придумает, компьютер, соперник. Так, тоже не получилось у него. Давайте смотреть, какие можно шары-то позабивать. В принципе, вот это можно. Блин. Вроде бы попал в лузу, но немного не повезло. Смотрим, что он предпримет. Ага, что-то вообще он. Ну, смотрите, видите, не отстает. Реально тут... В основном я уделываю компьютера, но бывает такое, что и он меня. Редко, конечно, но это не очень хорошо. Потому что не очень приятно. Давайте, давайте, давайте. Смотрим. Так, ну это так себе удар. Мне кажется, там вероятность, чтобы... Ой, еще и штрафную. По-моему, я сейчас выиграю. Один. У меня остался шар забить, и все. Я, в принципе, давайте в дальнюю левую лузу. Да ты че? Посмотрим, что он выдаст. Догонит меня, нет. Он сам облажался, видите? Он сам облажался и... Может здесь как-нибудь? Можно здесь вот. Угу, нет, нет. Хотел я вот в серединку, да, в правую лузу, но безуспешно. Так, он что-то здесь. Ну, судя по всему, я выиграл. Судя по всему, я выиграл. Конечно, наперед говорить плохо, но смотрите, стабильно, да? Стабильный шар. Еще как можно. Можно вот так от рикошета, можно отсюда. Как будем забивать, ребят? Ну давайте, ладно. Блин. Еще надо чуть медленнее. Ладно, пусть он забивает уже. Как бы еще у него один шар, да? Немного поддадимся ему. Ну что ты делаешь, елки-палки? По-моему, он проиграл. Или что? Нет, нет. Короче, отсюда давайте. В дальний. 15-й дальний. Да ты че? Ну хорошо. Блин, вот это. Ой, ё-моё. А сейчас уже он может, в принципе. Смотрите, блин, зря. Надо его забивать, да, мне? Ну давайте, ладно, посмотрим, что еще. Еще не все потеряно. Так, здесь. На, держи. Все, короче, выиграл. Чистая победа.